Алексей Цыденов во время прямого эфира прокомментировал закон об эвтаназии бездомных собак. Об этом сообщает телеканал «Оригус». Закон, который мы приняли, предусматривает возможность пожизненного содержания собак в приютах. Мы будем содержать собак в пунктах временного размещения, и либо найдется новый хозяин, либо животное заберет частный приют. Возможности мы не ограничиваем. Мы не готовы перекладывать на бюджет республики пожизненное содержание собак, заявил Цыденов. Также глава республики отметил, что проблему нужно решать комплексно. Помимо закона, люди должны проявлять ответственность и не выбрасывать собак на улицы. Напомним, в Бурятии разрешили усыплять бродячих собак. В Госдуме призвали запретить эвтаназию бездомных собак в республике. Бывший начальник отдела по молодежной политике администрации губернатора Забайкалья Людмила Эмих заняла пост заместителя главы читинской администрации Инны Щегловой. Об этом сообщили запру в пресс-службе мэрии краевой столицы. Эмих, пояснили в администрации, будет курировать социальную сферу. 11 декабря ее представила сити-менеджер Инна Щеглова во время еженедельной планерки. Напомним, ранее этот пост занимал Александр Глущенко, об отставке которого запру стало известно в середине октября. Его обязанности временно исполняла глава комитета образования Оксана Кирик. На оперативном совещании губернатор Забайкалья Александр Осипов выразил недовольство реализацией плана газификации Читы. По его мнению, текущий подход к выполнению плана не позволит достичь цели в 2024 году, об этом сообщает запру. Необходимо изменить радикально подход. Если мы продолжим так же, как сейчас, то в следующем году мы не сможем выполнить план по газификации, заявил губернатор, обратившись к вице-премьеру Алексею Гончарову. Тот, в свою очередь, согласился с претензией Осипова. Напомним, ранее в Рио зампреда правительства Забайкальского края Алексей Гончаров заявил, что показатели газификации города значительно отстают от плана. Также ранее о прокладке газораспределительных сетей в краевой столице отчиталась региональная МинЖКХ. В культурных учреждениях Забайкалья с 10 декабря введены ограничительные меры из-за роста сезонных заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры края. По сведениям ведомства, в госучреждениях максимально ограничат проведение массовых мероприятий с участием детей и взрослых. В кинозалах введены 15-минутные интервалы между сеансами для того, чтобы сотрудники продезинфицировали помещение. 3D-очки, кресла, дверные ручки, поручни, лестниц. В музеях вводятся маршруты для разграничения потока посетителей на вход и выход из учреждения, говорится в сообщении. Ранее сообщалось об ограничениях на массовые мероприятия в школах Читы. Позже глава управления Роспотребнадзора Забайкалья Светлана Лапа доложила, что ситуация с ростом заболеваемости не является критической.